Всем бобра, с вами капитан Немов. Представляю вам новую работу. Трехструнный электроакустический сигарбокс. Сделан он из массивной коробки. Массив кедра. Верхняя и нижняя крышка 8 мм. Боковины 13 мм. На гитаре установлен рельсовый хамбакер. И там пьезозвукосниматель. Трехпозиционный переключатель, верхнее положение – это хамбакер, среднее – вместе, нижнее – пьеза. Две громкости, тона нет. Две громкости регулируют каждый датчик в отдельности, работает как микшер. Мензура 650. Классическая верхняя накладка палисандр, гриф из клена, джек, ну, все как полагается, бронзовые ручки, бронзовые колки, пуговицы для ремня из дерева сделаны, все по фэншую. Колки здесь закрытого типа, вот такие вот, очень хорошие, замечательные колки, Китай. Ну что ж, давайте протестим хамбакер. Можно убавить этот, либо этот. Также гитара довольно неплохо звучит в акустике без подключения. Можно заниматься дома и так далее. Всех с наступающим Рождеством. Покупайте сигарбокс гитары моего производства. Счастья вам, здоровья, удачи, успехов, любви и так далее.